Челябинские полицейские провели спецоперацию по захвату подпольного казино. Заведение пришлось брать штурмом. Всех посетителей и работников положили на пол. По данным следствия, организованное преступное сообщество, в которое входило 4 человека, в течение 2018 года организовало и проводило азартные игры с использованием специального оборудования в 3 нежилых помещениях, которые были расположены в Челябинске. В ходе проведения оперативных мероприятий было изъято более 30 единиц игрового оборудования, документы и денежные средства. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 4 жителей Челябинской области, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 171 прим. 2 Уголовного кодекса незаконной организации проведения азартных игр и частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации участие в преступном сообществе. В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Скрывались казино под вывесками интернет-кафе, но такая маскировка бизнесменам не помогла. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.